Ну, а теперь к другим звездам земным. В Лос-Анджелесе готовится к церемонии вручения премии Эмми. В городе уже расстелили красную ковровую дорожку, и она стала самой длинной за все это время. Это даже уже не дорожка, а целая улица. Ее длина составила 400 метров. К театру Microsoft, в котором в это воскресенье вручат главные телевизионные награды Америки, уже привезли гигантские статуи Эмми. Право развернуть красную дорожку выпало телеведущему Джимми Киммелу. Он, кстати, и будет объявлять лауреатов 18 сентября. Это будет волшебный вечер. Это будет вечер, который вы никогда не забудете. Да, я обманываю вас. Вечер не будет волшебным, и, скорее всего, вы забудете о нем уже на следующее утро. Но пока вы будете смотреть это шоу, я надеюсь, оно доставит вам пару приятных моментов.